три, два, раз. Раз, два, три. Спрятался. Я найду тебя, Зи. Привет, мам. Поиграем? У многих детей есть воображаемые друзья. И зачастую это влияет на них положительно. Можно ли как-то помочь ему быть менее агрессивным? Попробуйте чаще играть с ним. Он хороший мальчик. Но у него слишком, не знаю, живое воображение. Джош! Джошуа! Я с тобой говорю! Даешь ему таблетки и не сказала мне? Ты не видишь, что вижу я, и не понимаешь, насколько все плохо. Ты видела Зи, да? Он здесь с тобой, да, Бет? Уйди с путей! Я не хочу больше тебя видеть! Я тоже видел тебя. Стоп! Клянусь, я видел, как кто-то стоит в углу и следит за мной. Прошу тебя, уходи. Он использует вашего сына, чтобы воссоединиться с вами. Я скоро буду. Спокойной ночи, Зи.